Новый прекрасный день в Португалии, и мы дошли до монастыря Жеронимуш. Грандиозный памятник позднеготического мануэлинского стиля португальского зодчества. И этим утром мы будем завтракать в Пастейша де Белем. Благо, она находится рядом с нашим домом. Количество пирожков в этом заведении не поддается описанию, поэтому выбрать всегда сложно. Мы пытаемся. И вот эти блюда, которые мы заказали. Что здесь есть? Есть рюмочка Мадейра, много-много кофе, пирожок с уткой, пирожок с мясом, пирожок с креветочкой, опять утка, мясо, курица, утка. Ну и необходимое дополнение – это маленькая бутылочка красного вина и маленькая бутылочка белого вина. Снова хочешь? Нет. Ну и, конечно же, как же обойтись в Лиссабоне без памятника Христофору Колумбу? Лиссабон делит пополам речка Тежу. Один из мостов, который пересекает речку Тежу, называется Васко де Гама. Мы едем по нему. Мы приехали в деревеньку под названием... Каком? Под каким-то названием. Нужно даже сказать, что мы встретили здесь друзей из города Акко. Нравится этот репортаж. Да-да. Мы находимся в деревеньке Мафра. Это пригород Лиссабона. Именно в нем находится самый большой королевский дворец в Португалии. Стиль барокко построен для короля Жуана V и его супруги Анны Австрийской
день рождения ихнего первого ребенка. Масштаб дворца таков, что короли предпочитали использовать его не для повседневного проживания, а для всевозможных церемоний. Тут же рядом есть небольшой парк, обрамляющий этот дворец. Городок Абидуш и крепостные стены, окаймляющие этот город.
порти. Трасло чой мадруго. Порти. Yo me acuerdo tarde por ti, trasnocho y madrugo por ti. Yo me acuerdo tarde por libertad. Городок Назаре. Здесь нам рекомендовали, прежде чем начать осмотр городка, зайти в местный рыбный ресторанчик и крепко перекусить, что мы и пытаемся сделать. А вот и первое блюдо. Мы видим крабовый паштет в двух экземплярах и немножко щупальцев того же краба. Подожди, я сейчас пощупаю. Как мы видим, принесли инструмент для измельчения морских продуктов. Суп морской, на заднем плане салатик морской. Примерно так это все и измельчается, имеется в виду клешни, краб. Та-дам! О, yes! Thank you! Thank you! Это уже блюдо моё супруга, называется катаплана на два человечка. Я сейчас с дедем отошел. Ты хочешь, Маш? И вот пришло еще одно блюдо. Называется рис с морскими чудесами. Давай, Руслан. Сейчас. Ду-ду-ду-ду. А нас предупреждали. А что плохо? В чем предупреждали? Все отлично. Это суть. Por ti, trasnocho y madrugo. Por ti. Городок Назаре. После такого прекрасного обеда мы решили прогуляться. Здесь, по большому счету, городок состоит только из одной улицы, набережной. Corriendo detrás.
Quando tu te va, quando tu te va, te lleva tu sangre corriendo de la oh libertad, divina libertad, quiero salir y no me abre la puerta, salvo rúbale. Мы подходим к месту, где, как утверждают, самые большие волны. Покупка орехов. Кажешташ. Алла, можно купить, но тогда надо или круг, или вот целую покупать. Монастырь Баталия. Доминиканский монастырь в португальском городке Баталия. Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Возведение монастыря началось в 1385 году. История монастыря напрямую связана с победой, одержанной армией португальского короля Жуана I над кастильцами. Накануне битвы Жуан дал обет, что в случае победы построит монастырь в честь Девы Марии. Монастырь Баталия является одним из величайших готических шедевров Европы. В его архитектуре гармонично сочетаются стили поздней пламенеющей готики, английской готики. Здание украшено остроконечными башнями, ажурно-балюстрадными, декоративной лепниной. Здание украшено также каменными горгульями. Новое утро. Нам под дверь поставили корзины с завтраком. Наши шестерых здесь для нашей компании мало из чего, но тем не менее. Утро в городке Коимбра. Мы движемся на север страны, все выше и выше, в сторону Порто, пока мы здесь. Новый кафедральный собор Каимбры. А это старый кафедральный собор. Quiero verte cerca de mi nariz de
Город Коимбра пересекает речка Монтего. Университет Коимбры. Один из старейших европейских университетов. Учебное заведение основано в период Средневековья, в конце 13 века, и носит статус старинного университета наряду с Болонским и Парижским университетом. Коимбрский университет считается ведущим образовательным учреждением страны и входит в тройку лучших вузов португалоязычных государств. Со времен Средневековья ведущими факультетами университета являются юридический, медицинский и математический. Ну и самые знаменитые выпускники Коимбрского университета – это величайший португальский поэт Луис де Камоэнс и Антонио де Салазар, премьер-министр и фактически диктатор Португалии с 1932 по 1968 год. Коимбра была первой столицей Португалии. Сейчас город известен, как я уже сказал, благодаря университету. Треть города, жителей, связана с университетом. Преподаватели, студенты, обслуживающий персонал. Большой памятничек короля Португалии, дом Дениса. Мы идем по пешеходной улице Коимбры. Пешеходная улица кончается площадью перед муниципалитетом и монастырем Санта-Крус. Sinto saudade. Desculpa
esqueci de não ter avisado. Já não faz sentido, não vejo um futuro contigo. O meu coração tá partido, vai encontrar alguém como tu. Como tu, como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu, como tu. Vai encontrar alguém como tu. Дворец Бусака. Величественное место, расположенное в национальном парке Бусака и построенное в 1885 году последним королем Португалии. Дворец отель Бусака – это одно из самых старых мифических зданий в стране. В 1945 году свергнутая королева Амелия перед своей смертью совершила последний визит в Бусака. Правительство разрешило больной королеве совершить сентиментальное путешествие по всем местам, где она царствовала до того, как ее сын и муж были убиты террористами в 1908 году. А в 1910 году бывший королевский повар убедил правительство позволить ему организовать во дворце отель. Дворец – это архитектурная фантазия, окруженная садами с экзотическими деревьями, привезенными из далеких уголков Португальской империи. Дизайнеры широко позаимствовали архитектурные элементы и у монастыря Жеронимуш в Белене, и у дворца Дожей в Венеции. Olha quantos voluntários querem trabalhar agora. Como tu, quarentena prática. Tu em festas eu ficava em cativar. Então este é a minha after party, yeah. Teu amor já coube no meu peito. O teu anel já coube no meu dedo. Mas a caminho do altar eu joguei. Bem me quer, mal me quer. Com as pétalas do buquê. E entendi que já não vais em ti. Não vais um futuro contigo. Meu coração tá partido. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai encontrar alguém como tu. Como tu. Como tu. Vai. Sinto saudade. Sinto saudade. Sabe de tudo, você que conhece tudo. Fale logo, por favor. Fala pra mim, falador. Pois é só você que sabe. Porque a... На обедик мы забежали в такой спортивный барик. Вон там можно видеть даже телевизор, где был какой-то футбольный матч. Очень вкусный салат у меня. Прекраснейший амбургер у друга. Симпомпон. Вдруг доволен не сказано. Пиво вишневое, очевидно, да? Бутерброд со свининой. Бутерброд со свининой, так это мы назовем. Крылья в соусе спайси, да. Соусе... Барбекю. Барбекю. Это город Авейру. Это португальская Венеция. Популярное туристическое направление, которое славится своими каналами, архитектурой в стиле ар-нуво и сверкающими яркими красками лодками Малисейруш. А вот и Коста-Нова с ее полосатыми домиками. Именно за этим мы сюда и ехали. Именно это мы сейчас и наблюдаем.
fale logo, por favor. Fala pra mim, falador. Pois é só você que sabe, porque a culpa nem sabe. Foi você quem provocou, foi você quem fez fofoca pra acabar com o nosso amor. ¿Qué será que lo que tiene esa mujer? Que me mira y es que yo no sé qué hacer. ¿Qué será que lo que tiene yo no sé? Que me toca y siento cosas en la piel. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Por ejemplo, a la toalla que te seca, baby, yo le tengo celos, celos. Y al aceitico de coco que en la playa tú te pones en el pelo, pelo. Celos de la arena que se te pegó y que ni en la ducha se te cayó. Yo quiero cerquita pa' verte mejor y darte los besos que nadie te dio. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Llévame contigo pa' donde tú quieras. Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras. Ay, llévame contigo pa' donde tú quieras. Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Si estoy contigo, no me hace falta nada, nada, nada me hace falta, baby, cuando estoy contigo. Llévame contigo pa' donde tú quieras. Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras. Ay, llévame contigo pa' donde tú quieras. Yo me voy contigo, amor, cuando tú te mueras. В нашей компании себя никто не жалеет. Даже самый стойкий предводитель этой группы сломался сегодня. И вот результат. Он не виноват. Правда? Правда. Он еще ничего не попробовал, но у него уже уровень горячего шоколада в этой чашечке не так уж медленно и понижается. Поэтому мы советуем тебе, дорогуша, попробовать наконец-то свой заказ, иначе у тебя останутся... Что-то моя жена просила, я тут ни при чем. А это не твой? Мой как будто, но он как бы считается под моей фамилией. А, я понял. Ну, он хорошо. Оплачивает. Все, себе, все, всем бон аппетит. Рома, ажиотаж продолжается. Много лет. Мы находимся в ресторане Кран-Турино. Три первых блюда. Супы овощные. Бутылочка красного венца Вилла Луиза. Еще сейчас прибудут мясные блюда. Мясное блюдо. Мне кажется, братанов. С твоей стороны. Стейк. Грибай. И этим все сказано. Превосходно. Покрути, покрути. Значит, завтра у нас самый длинный период. Крови не брызнет. Вот это красивейший свинин. И моя небольшая порция свининки. Выглядит достаточно приятно. Картошечка. И салат. И овощи. Панакота. Десерт. Панакота. Прибыла панакота. На дальнем плане мы видим крем-брюле и опять-таки панакоту уже в карамельном виде.
Что-то это на крем-брюле. Предыдущая панакота была черносливовая, да? Вечер. Вавейро. Португальская вине. Cuando tú te mueras.